Всем привет, дорогие друзья! Мы сегодня будем играть на Magic Drop, а также на My CSGO. Давайте начнем с Magic Drop и что мы хотим открыть. Хочу сначала, знаете, открыть вот какой-нибудь... Давайте дигл, что ли, вот. Один дигл откроем. Может, нам повезет, а может и нет, да, как говорится. Ну, я не сильно верю в чудо. Чудо не ждать. Осадок нам выпадает в итоге за 8 рублей, говорит. На тебе за 8 рублей, дружище. Спасибо большое. Почему у нас баланс пишет до сих пор 500? Странно. Ну да ладно. Ну куда статтрек-то пролетаешь? Еще один осадок. Алло, а можно не такие скины? Вот хотя бы вот давайте 3 откроем. Походу это самый быстрый слив был, ребятки. Только зашел на сайт, а уже все слил, да? Так, хорошо, ребятки. У нас остается 186 рублей, соответственно. Давайте откроем армейское. Может, в армейском, знаете, нам что-то прямо сейчас да и выпадет чудом. Я надеюсь, что какой-нибудь нитро-чешка, сколько она стоит. Ну, стоит статтрек, стоит по 90. Сколько это стоит? Статтрековский стоит целых 30 рублей. Вау, окупились на 5 рублей. Так, давайте ети, давайте ети. Ой-ой-ой, как он быстро крутится. Тише. Он так быстро крутится, что я даже не успеваю следить. Подожди, в живом цвете, ну какой капилляр. Ети, ну что ты мне подкидываешь? Давай еще раз. Только не так быстро крутись, мне страшно, когда он так быстро крутится, ребятки. Я всегда боюсь быстрых прокрутов. Это значит, что мы слили. Нет, ну за что? И сколько у нас остается рублей? 40 рублей. Ну давайте фарм гигл, что ли, откроем. Сколько? А, ну тут шанс нулевый. Да, забыл. Как жаль, что я забыл, что тут шанс нулевый фарм. Тут надо кейсов минимум 100 открыть, чтобы выпало. 7 рублей выпадает. Ну, давайте еще один откроем, что ли. Ну, пожалуйста. Вот, может, нам повезет, может, я поверю в чудо. Ну, к сожалению, нет. Хорошо, ребятки, мы переходим на MyCSGO. Используй промокод FIRE11, пополняешь на 1000, получаешь 1400. Так, ребятки, на MyCSGO у нас точно такой же депчик. Не забывайте, что по промокоду FIRE11 вы получаете 40% к пополнению. Так, давайте теперь попробуем здесь подняться. Каким же образом мы это сейчас сделаем? Давайте вот начнем, знаете, с какого кейса. Вот хочется прям с майнинга начать, знаете, по-лютому. Ну, рискнуть так, что либо все, либо ничего. И давайте хроматик. Я никогда хроматик, ну, так часто не майнил. Ой, как больно, ребятки. Мне уже больно от того, что сейчас я прекрасно понимаю, что может ничего не выпасть, да? Ай-яй-яй. Ну, хроматическая дурация, кстати, окупает этот. Вроде, да, окупает полностью. Ну, давайте фастом крутить, что? Или давайте медленно. Что ж, спешить-то? Спешить некуда, ребятки. Тут либо слив, либо нет. Ой, боже. Ну, это минус кейс, да, это тут все пустое. А пустые я не люблю. Но у нас бонусы еще копятся. Я хочу накопить очень много бонусов и попробовать открыть самые дорогие. Но будем со временем копить. И это авик, ребятки. Вот пока я говорил, авик говорит, здорово. Продаем авик. Хорошо, еще раз на крайняк, бум. Второй раз авик. Сюда, еще раз на крайняк, бум, подождите. Ладно, ладно, слишком нагло, да. Слишком нагло, ребятки, прошу. Что же можно открыть? Ну, давайте Сквидвард. Сквидвард, пожалуйста, ну не слей. Я же знаю, что я сейчас открою Сквидвард, и он мне даст скинчик за 5 рублей. Рыцарь. А сколько рыцарь? 13. О, 132 тысячи рыцарь стоил. Боже, ну какой ты гений, MyCSGO. Ну почему ты не долетела до рыцаря? Это ж просто жесть было бы. Ну, красная линия, остановись, ну какой Цербер. Передайте Церберу, что его не звали. Хорошо, csgo.com, ну давай. Слей нас, мы подняли майнинги, я уже обрадовался, а тут тильт. Ну, какой инферно, медузу хоть дай. А медуза сколько? 300 тысяч, о боже. Какие же тут скины дорогие бывают, жесть. Last of Us, ну давай Last of Us. Нет, я совершил ошибку, зачем я открыл? Кстати, тут все под стилистику Last of Us, смотрите, нож, типа такой цвет апокалипсиса, типа джунгли. И выпадает нам 2000 рублей, ладно. Ладно, в таком случае еще раз, бум. В таком случае, ребятки, мне нравится Last of Us кейс. Открывайте Last of Us, ребятки. Так, давайте мы... Ой, что я сделал? Так, ладно.
Пока что оставим скины, которые выпали на Last of Us. Они очень такие красивые, вульгарные, так сказать. И Black Hole давайте. Black Hole Booms. Туда. Ну, на Black Hole нам не повезло. Booms сюда. Тоже не повезло. А, не повезло. Ну, не-не. Если так посмотреть, присмотреться. О, Мактен и Шарм. Посмотрите, сколько Шарм Мактенов. И экзоскелетик, Натя говорит. Ну, пока я доволен, ребятки. Я доволен выпуском тем, что мы, ну, в достаточно хорошем плюсе, да? Мне это очень сильно нравится. Я уже думал, что ГБЛ, как только я открыл два раза Сквидвард кейс, да? А Сквидвард, как мы знаем, он любит такие вещи устраивать. Ой, сейчас бы такой ножик. Когда я много говорю, почему-то зевать охота. Видимо, это с давлением проблемы. И древесная гадюка говорит, на тебе, дружок. Мы еще откроем. И что нам сейчас скажет на этот раз? Так, хорошо. Потолк! Ну ладно, океанская сойдет. Сойдет, ладно, сойдет. Тоже оставляем, ребятки. И мы в большом плюсе. И всем пока.